В Самаре отпраздновали День народного единства. На второй очереди набережной проходили мастер-классы, спортивные состязания, гастрономическая ярмарка, выставки народных костюмов. Более 2000 человек приняли участие в массовом забеге «Самарская миля». На площади Славы прошел масштабный флешмоб «Я танцую по Самаре». 500 участников выстроились в слова «Мы едины», а затем закружились в хороводе под знаменитую «Калинку». Гостем праздника стала исполнительница Юлиана Караулова.